Мы приехали, Гордон. Это западное крыло общежития. Я здесь живу. Твоя комната находится чуть дальше, но я тебя провожу туда. Здравствуй, Вэнс. Ты с тобой привел кого-то? Это Гордон Фриман, наш новый сотрудник в секторе С. Ага. Так это ж ученик Кляйнера. Ну что ж, юноша, рад знакомству. Но учтите, что я не потерплю никакой халатности при работе. Так что надеюсь, что ваша работа никому не принесет вреда. Что касается вас, Элай, пожалуйста, проводите юношу в его комнату. Это доктор Мангусон. Не обращаю на него внимания, просто они с Кляйнером соперничают за грант. О нет! Бен, сейчас же успокойте своего... Это моя дочка Алекс. А сейчас с ней моя жена Азия. Я познакомлю тебя с ней попозже, а сейчас нам пора идти. Приятно видеть тебя. Ну вот, Гордон. Квартира номер 309. Располагайся, теперь ты будешь здесь жить. Это все внутри теоретических пределов.